Актер считает, что продюсер Барри Алибасов устроил фейковую свадьбу. Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram высмеял свадьбу актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Барри Алибасова. Он продолжает считать, что свадьба – самый настоящий фейк, который был призван привлечь внимание к персоне продюсера, о котором уже все начали забывать. Больше по теме перенесшей операцию Садальский порекомендовал вкладывать деньги в здоровье. Актер заметил, что больные люди сегодня никому не нужны. Садальский, который недавно перенес операцию на сердце, разместил несколько фотографий влюбленных. На снимках можно увидеть, как она целуется и как Алибасов падает в тарелку с едой, якобы перепив во время новогодних праздников. Главная фейковая свадьба нанайцев ушедшего года. Молодожены не сдержанные, кровь горячая, ну как не напиться в Новый год. Будьте счастливы и живите долго, хотя лучше старой жене стрела под бок, чем старик под боком, заметил Садальский. Господи, святая Мадонна, челюсти бы не потеряли, конечно, это их дело, но это как-то неприятно, какой уж тут пиар. Люди прожили жизнь ради себя любимых. Им невдомек, что это разврат, еще на всю страну целуются, пусть будет Федосеева Алибасова, причем тут Шукшин. А вообще у них все семейства Адамсов, заметили в комментариях поклонники.